Значит, никто не ходит. Почему ворота открыты тогда? Ну, просто ветром открыли сами и все. Пошли, зайдем, посмотрим. Видишь, никто не ходит, вроде не ходит. Ну да, тут тропинка больше. Было бы тропинку видно, конечно, не ходил. Угу. Совсем, да. Дим, давай кушончик проходим. Брошенный дом. Красивый, жалко. Он еще такой на окраине стоит. Да, там уже все заросло. Банька там есть. О, еще один гриб. Это кто? Мухоморы? Грибы. Не трогай ручками, грибы. Они могут быть ядовитые. Да. Грибы, мне кажется, это ядовитые. Сорвем грибочек? Я ел грибы. Показать, какие грибы? Вот. Вот какой гриб. Это гриб. Гриб. Но он ядовитые они. Сейчас мы принесем бабуле, покажем. Пошли. Что мы грибы сожрали. Она скажет, какой это гриб. Грибы, скажем, собирали. Тут тоже брошенные. Но они снизу заезжают откуда-нибудь. Где? Нет, тут ему бабка. Теперь мерещится. Может, они за травкой, их не видно, да. Ну да, их искать надо. Немножечко подрастешь, мы с тобой за грибами ходить будем. Ромашка это. Пошли дальше. Тебя там цапнет кто-нибудь. Давай. А, он увидел эту ромашку. Нет грибов, да? А еще так смотрю. Это листочек. Ну, вот, вот. Это листочек. А, здесь. А здесь вот а, все один участок зеленый. Яблоко. Да. Ой, палка какая. Девочка или никак. А тут вот кто-то жил, кстати, чья-то подружка, по-моему. Это у нас работает. Они, кстати, это, дочка ее работает, мамка на пенсии. А, ну вот я чувствую знакомый. Там шиповник. Внимай. Пешком, может, заходят. Пешком, может быть, заходят они. Это соседи такие. Да, соседи. Елочки тут, смотри, две елочки посадили. Огромные. Машинчик посередине, что прям стоит. Ну, там до сюда есть сразу, что дальше нет. Ну, они до сюда пешком уже. Пойму, это же что, нет же не может быть один длинный участок такой ехать. Может, купили два-три. Просто купили, но никто там не живет. Сделали забор. А получается, сюда заезжает там. Вот тут брошенный он тоже видно. Здесь был, да, кстати, я помню. А тут домик. Тут прям дебри. Хороший, хороший. Зачем дальше? Там тысячи заросли дальше. Это вообще. Крыса пробежала там. Я не хочу. Здоровый такая. Ну ладно. Да ладно. Может, не крыса. Откуда тут крыса? Ох, как она на солнце красивая. На нее светит. Такой ярко-розовый. Красиво как. Розовенький. Такой розовый. Красный. Издалека как красиво. Кто-то там летает. Красивая роза. Каждый год цветет. В начале года. Ах, пахнет, как она обалденно. Обалденно. Это наш старый участок. Мы его продали
Нам слишком много было их. Естественно, продали эту шикарную, огромную розу. Смотрите, она как сердечко. Никогда не замечала. Вот в этом году. Ой, там птички какие-то летают. Все странно. Но у нее уже, кстати, вот видно серединочки. Вот тут вот еще бутончик. Вот тут вот с беленьким даже, смотрите. Шикарно. Она растет, побеги новые. Ой, какая она ароматная. Сажаю гриб. Пахнет обалденно. Чувствуете, как пахнет? Ну куда ты идешь? Я тут гриб сажаю. Иди. Вот елки собери, сожги. Колись. И будем гриба поливать, и будут грибы у нас. Не надо здесь дыма колись. Заножи сделаешь. Ну тут да, наверное, их еще и рыхлить надо. У них корни-то большие. Не надо царить, штаны вон грязные. Отряхивай. Вот. И ботинки грязные, посмотри, насорил. Ну, зачем так? Чисто надо. Чисто надо. Ты садись, давай. Ой, под цветочек, по этим, если горошек посадила бабуля, вон вырастает. Горошек будет потом кушать, горошек. Вот он. А ты что здесь торсишься? Там клубничка. Здесь он, тут пробчик. Здесь он уборщик. Пробчик, здесь нельзя ходить. Тут и ягодки. Конечно. И сломал забор. Как красиво было, ты что сломал здесь все. Потому что ты что сломал. Здесь вот соединялось вот, да? Вот здесь соединялось вот. А ты сломал вот. Сломал крючочек здесь вот. Да, надо иголки тут убирать. Не надо так делать. Все было хорошо сделано, крючочек здесь. И устали мы за ним. Он уехал далеко. Поезд убежал, а Дима не догнал. Поедем на коленках догонять его. Что делаешь такое? Ремонт. Говоришь, что ты делаешь? Ремонт сюда. Ремонт делаю, да? Стену ремонтирую, да? Стену так. Ремонтирую. Еще какой-то белый ящик. Как бы ты тихенький, такой хороший. Сладкий. Ой, я Еня. Ой, я. Еня, ой. Не так не сладит, перевернись. Перевернись. Скажи, ба, я уже большой. Че это такое? Я уже большой. Куда скажи. Ты ехать собрался? Куда ты собрался ехать, говори? В Ленинград. Поедем в Ленинград. Там увидим мы Кронштадт. Там красиво, высоко. Там так славно и легко. Ух! Мы приехали в Кронштадт. Мы увидели Петра Первого. Давай песенку спой. И фонтан. А фонтанов много. Мама тебя снимет, пой, давай. Пой, давай. Фонтан какой-то. Фонтанов там много-много фонтанов. Ну, садись, пой, повернись к маме. И спой песенку. К маме и спой песенку. Давай, какую будем петь? Калинку, малинку, давай. Калинку, малинку. Ну, давай. Ну, давай. Пой. Калинка, давай. Калинка, Калинка, малинка, да. Калинка, малинка, сану ягоду, малинка. Пой. Ну, тогда и кататься не получается без песни. Ой, Калинка. Калинка. Про капитана поедут.